какого-то момента мы начнем вторую за сегодня, 12-ю, в принципе, 7. Стоп, подожди. Как мы оказались здесь, когда мы только что были в другом месте? Ты очнулся. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Железнодорожный. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Тогда мы реализуем страх. Я люблю. Кто такой? Все гаразд, мужики! Приберіть стволы! Це ж рейнджер з порісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10, потім рушимо далі. Таракан. У мальчика трусики, у таракана мальчики. Погодка зашибись просто. Отличное оружие. Тебе подойдет. Шьёно? Шумит. Так, давай я тебя вот туши, брата. Чего? 200 сделаю. Так, 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 нет. Не-не-не-не-не-не. За сколько продать? А, за сколько? За 14. Обязательно тихо. Требок. Смотри, какое состояние! Ни царапинки! Это интересно. Вместо нашего тихаря может попробовать. Знаешь, я предлагаю объяснить калаша, но... Не, не хватает у тебя денег. Тогда мы... Дешевле никак не могу. Бери, не подведет. 230, серьезно. Смотри, какое состояние. Ни царапинки. Блин, ну эту пушку я прям конкретно хочу. Пока мы еще тут, обращайся, если что. Отходи, парень. Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только лучше. Может, что подешевле возьмешь? Ну пока! Подходи, не стесняйся! Капец! Бери, дорогой! Такой патрон нигде больше нет, слушай! Так, ну вот это все. Нах вам диз, дорогой! Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю! Ну что, прекрасно! Я верну. Руки двигаем отсюда. Забираем патрон. Ну все. Спасибо.
Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 по... Нет, подожди. Таблички с его надгробием. За контейнером, что ли? Человек, что ли? Поле. Знаешь, в чем проблема? Это дробаш. Да? Ну я тебе. Сайга, что ли? Похоже. Чё мне такое? Буду всех так. Спокойно, товарищи! Здесь! Уберись. Да. Нет, ну что так? А, у этого магаз покруче. Вообще, труба полная. Вот это у нас место калаша. Прикольная, да, штучка. Фильтр возьми. Прицел классный, очень мне нравится. Как СВДшка, да? Не знаю, что она, прицел классный, да. Это полутаемся. Своими патронами на газе. Если вы не стреляете, вы не подъезжаете. Заметка была, кажется, нет? Я не видел. Противогаз. Я не помню. Но нормально. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. А дверь открыть не хочешь?
Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Там проход. Право, направо проход. Внимание! Убит! Тревога! Готов! Труп! Противник! Сюда! Тревога! Слушай, ты им попал. Черт, попали! Ну, блин, не брать! Сейчас, где первый ночь? Потери! А, вот как ты не забрался. Из грюдерка есть. Так, не знаю, что я скажу мельнику, приказал, что он убить черных. Не знаю, что подумает черный, когда встретится с мельником. Что он вообще думает о всех нас, когда я представляю, через что пройти всего за несколько... Прошлось пройти. Я представляю, через что ему прошлось пройти. Пришлось пройти всего за несколько дней. Его должны были казнить какого-то мутанта. Его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать, как бы один начальник. Он стоял в тюрьме кузника, подгнал на штыки на вакансии. Но это участь миновала, потому что его запихнули в цирк урода, в публике на потеху. Потом вывезли по собственности со станции, на которой одни люди решили поставить друг на друга. Ну так вот. Что если он действительно... Черный. Ты знаешь, вот зато с расизмом в игре точно никто ничего не ставит. Здесь черные это не просто существо. Сверхлюди. Я считаю, я ничего лучше не найду, раз что тут супермутовый. Мне так она не понравилась. Угу. В той стороне где-то. Здесь шумно просто. Ну, я её очень чувствую. Или это всё та же рация, которая наверху была? Не знаю. Вот там. Блин, а каждый раз... Свет, типа, потому что на дроп не висят. А рации не выключены. Ну, может, да, на трупах. Я не знаю. Ты что там встал, как шиш на блюде? А ну, скрылся, бесовать! Есть! Что есть? Я что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка, повтори полученный приказ. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Ты смотри, не забыл! А где тогда твоя скрытость? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься! Понял? Там... Так точно! Да. Есть три наряда вне очереди! Да. Союзе, в очереди постоянно. Угу. Даже для наряда. Да. Ну, это же настоящий получается. Какой таймер? Ну, видишь, таймер. Это оружие на часах. Что-то мне не по себе как. Черт, что это? Дружина! Есть ничего! Ах ты гад! Гад! Бойцы, убери! Может, все-таки мухоморов приел, брат? Без поздня. Стрелять!
Да. Потери! По индюфа мы это поймем. Поймем. Ну-ка! Да. Здесь как без фантика конфетка стоит. Он офицер, наверное, был ранен и сразу лежал. А, больно! Ты ему не стрельнул, он такой, а больно? Мне интересно, я не могу как-то вижу. Лазер не присыл. Винтовки, да. Логично. Наверху был. Прикольно. Что твоя рука меняет? Куда по мне сверху стрелять? Я это точно. Да нет, сверху никто не стрелял. Отсюда, значит, да? Ты просто стоял в подвале, и по тебе сверху стреляли, да. Ну, типа, ну не настолько сверху. Ты сейчас на их уровне. Меня не понимает. Где вот он? Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Ну, человек 8-10. Так, где сейчас будем разбираться? Да, может, и если вы хотите, чтобы у вас был валка, тогда мы идем к вам. Бежать, ладно! Пушку, короче, стрелять аккуратно.
сложно. Ты чуть-чуть по фонарик бери и все. Я просто прицела не вижу, ничего проблема. Теряем людей! Там же сидит. Поймать какую-то волну. Ты его знаешь, и он тебя. Который Аньку поставил. Это предатель наш. Лесницкий его зовут. Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! Пост сдал! Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Вот это теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Тебе с рук. Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Ну и мочи его. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Использовать только вход на Красной площади. Повторяю, использовать только вход на Красной площади. А что ты делаешь? Пытаешься зажить 13 раз и зажигалку. Нет, просто и зажигалка, и карта на М. Типа. Только нужно сажать, но нужно еще и тайминг сложить. Можно вот так вот подсвести? Нет. Не совсем удобно. Просто его перебил.
штуки можно поделиться. Но сложно. Хотя я пару раз не делался. Ну, было же. Когда бандитов что-то убивали, там круги. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Ну, это, наверное, все. Думаешь, на сегодня хватит? Ну, полчаса серия? Ну, да. Или обычно сколько? Обычно полчаса. Ну, тогда. Ну, когда, да, до свидания. До свидания, да.